Ну, там пускай вот так. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня мы рады приветствовать вас в этом замечательном, уютном зале на концерте, посвященном празднованию 20-летия творческой деятельности солистки Московского театра «Геликон Опера», заслуженной артистки России, народной артистки Абхазии Алисы Гитцба. Быть первопроходцем, первооткрывателем, быть внутри музыкальных процессов, пожалуй, это кредо певицы Алисы Гитцба. И сегодняшний концерт будто музыкальная иллюстрация. В концерте принимают участие друзья и коллеги Алисы в этот особенный день рядом с ней. Ее единомышленник и подруга со студенческой скамьи, заслуженная артистка России Яна Иванилова, а также музыканты ансамбля «La Stravaganza» и «La Campanella». Ну и, конечно, ее любимые партнеры и коллеги, хор и оркестр родного ей театра «Геликон Опера». Приятного вам вечера, незабываемых музыкальных впечатлений и долгого послевкусия от сегодняшнего концерта. Итак, мы начинаем. «Амарильи» исполняет Алиса Гитцба и ансамбль «La Stravaganza». Thank you.
Amore bandito. Вальди, кантата «All'ombra di sospetto», исполняют Алиса Гитцба и ансамбль «La Stravaganza». Thank you.
Oh!
You.
сценосомнамбулизма леди Макбет из четвертого акта оперы «Макбет». No, 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 no.
Ради хор убийц из оперы «Макбет». Каватина Нормы из оперы «Норма». Thank you.
Тра-вуй, тра-вуй, сорвали мы.
Уважаемые гости, на сцену приглашается чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. Уважаемые дамы и господа, друзья, дорогая Алиса, и сегодня в этот торжественный и радостный день твоя Абхазия с тобой. Мне поручено огласить приветствие президента Республики Абхазия и указ о награждении. Позвольте я зачитаю. Народные артистки Республики Абхазия, заслуженные артистки Российской Федерации, Дисба Алиса Шаловна. Уважаемая Алиса Шаловна, искренне поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, 20-летием творческой деятельности. Ваше незаурядное дарование и исполнительское мастерство получили высокую и заслуженную оценку признанных музыковедов. Являясь солисткой знаменитого Московского театра «Геликон опера», вы радуете зрителями своими яркими выступлениями. Вами исполнено множество сопрановых партий, свидетельствующих о самобытности вашего таланта, богатстве ваших артистических возможностей. Вы ведете плодотворную концертную деятельность, участвуете в престижных музыкальных фестивалях. Мы гордимся тем, что вы являетесь народной артисткой Абхазии и заслуженной артисткой России. Каждое ваше выступление в Абхазии становится событием, оставляющим яркий след в культурной жизни страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и отличного настроения. Уверен, что ваша творческая деятельность будет увенчана новыми свершениями. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всему коллективу Московского музыкального театра «Геликон опера», с которым связаны лучшие годы вашего профессионального становления, дальнейших успехов на поприще служения высокому искусству. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджин. Указ о награждении Дисба Алисы Шаловны ордена Махзавша второй степени. За крупный вклад в развитие музыкальной культуры и театрального искусства наградить Дисбу Алису Шаловну орденом Махзавша честь и слава второй степени президент Республики Абхазия Хаджинбай.